Перед вами первое издание моей книги «Алгоритм гармонии». Я хочу вам рассказать немножко об этой книге. Это мое послание о вечной жизни на нашей Земле, потому что человек может жить и 120, и 150 лет. Эта книга о самостоятельном прозрении. Я делюсь с вами своим опытом. 41 год я ходил в очках, и вот уже 8 лет счастливый хожу без очков и учу других людей, как от них избавиться. Дело в том, что зрение – это показатель здоровья физического тела. Если зрение хорошее, значит и тело у вас здоровое. Так вот, чтобы прочитать мою книжку, а потом, если понравится она, и скачать ее в высоком качестве, посмотрите описание вот этого ролика. Там есть ссылочка на Facebook, на мою страницу. И увидя вот такую примерно картинку, кликните на нее два раза. Вы попадете на сайт kalameo.com и сможете пролистать мою книгу и посмотреть. Если же вы захотите скачать мою книжку в высоком качестве, заходите на мою страничку в YouTube, нажимайте кнопку «Скачать алгоритм гармонии», и дальше вы скачаете ее через депозит файл, попадя на мой сайт alnikagniyoga.ru. Если какие-то трудности будут со скачиванием, то у меня есть на YouTube ролик, как скачать бесплатно файл zipositfile.com. Я вас всех люблю. Читайте мою книгу. Будьте здоровыми. И живите вечно на этой земле, здесь и сейчас. Не надо верить никому, кто вам обещает светлого будущего. Будущее складывается из того, как вы живете сейчас. Будьте здоровы, счастливы. Удачи вам во всем.